На Ставрополье назначен новый министр спорта. Глава края Владимир Владимиров подписал соответствующее распоряжение и в должность вступил Роман Марков. Новому министру 52 года. Ранее он руководил в Тольятти региональным центром спортивной подготовки «Арена». До этого много лет возглавлял Ставропольский клуб армии. Затем был начальником филиалов ЦСКА в Ростове-на-Дону и Самаре. Напомним, что предыдущим министром физической культуры и спорта региона был олимпийский чемпион Игорь Лавров. Он ушел с должности по собственному желанию. Во время работы Лаврова в крае появилось более 50 новых спортивных объектов.